Всем привет! Сегодня я хотела вам рассказать, что пришли результаты по экзаменам. Значит, здесь у нас Асуби инфоцентр. Я думаю, что у вас будет эта ссылка, вам должны будет ее дать перед тем, как вы пойдете на вторую часть Schriftliche Prüfung. Здесь мы заходим в менюшку, выбираем Prüfungsergebnisse и смотрим. Первая часть у меня 45 баллов, вторая 31, третья 57. Значит, 57, третья, визу. Я сдала. Ура! Первая часть, не хватило 5 баллов до того, чтобы была сдана эта часть. Получается, у меня 45 не сдано. И вторая часть, 31, очень сильно не сдано. Вот такие вот результаты. Но вы меня успокаивали, поддерживали в комментариях. Писали, что все уравняется, и, возможно, за счет мюндлихе прюфунг, за счет презентации, которую буду показывать. Но я хотела бы показать, как это считается. Вот тут у нас есть такой калькулятор, который показывает, как и сколько, да, у нас баллов должно быть для того, чтобы сдать. Здесь мы, у нас презентация и документация. Документация я уже, кстати, отправила на проверку. Если она пройдет проверку, то меня пригласят на мюндлихе прюфунг. В любом случае, даже несмотря на то, что я не сдала какую-то из этих частей. А уже пересдавать шрифтлихи человек должен после того, как уже выполнил все, что было для него предусмотрено на первый раз, да. Поэтому сначала мы идем по плану, мы делаем свой битриблихе арбайт, потом делаем документацию, посылаем на апробацию, а потом проходим свой мюндлихе прюфунг, и только потом мы делаем пересдачу. Пишем сюда, вот смотрите, у нас цель 2 нашего прюфунга, пишем сюда 45, ну, мои баллы записаны. 31 и 57. И проверяем. Нет, видите, nicht bestanden. То есть, несмотря на то, что здесь, что маловероятно, было бы по 100 баллов, не сдано считается. Ну, поставим более такие вероятные, да, баллы, допустим. И здесь, если было бы 50, я бы сдала. Ну ладно, окей, ничего страшного. В общем, классная штука, этот калькулятор, можно сразу посмотреть, сдал, не сдал, и знать, к чему готовиться. И что я приняла решение такое, все-таки достать свой Prüfungskatalog, то есть это тот список тем, которые нам нужно знать для того, чтобы сдать экзамен. И поняла, что теперь мне надо по нему готовиться. Делаю себе план, вот я выписываю, делаю план с подтемами, с каждым этим вот, то, что там написано, чтобы более подробно знать, что мне надо сдавать. Здесь у меня будет дата, чтобы знать, когда мне что делать. Я распишу себе, получается, подробный план, что и когда я изучаю, для того, чтобы к следующей возможности уже быть готовой и быть более уверенной и сдать, конечно же. Вот я хотела поделиться с вами этой информацией, что мне пришли результаты, показать вам этот калькулятор. Он, в принципе, есть в доступе. Можете просто погуглить Prüfungsrechner, Fachinformatika, Anwendungsentwicklung. Я думаю, что вы его найдете. Я его где-то нашла, чисто случайно. Я думаю, вы тоже его найдете. И есть подобные калькуляторы, которым можно узнать, сдал, не сдал, какие оценки должны быть, чтобы ты сдал. Спасибо всем, что вы меня верили, спасибо всем, что вы считали, что я все равно могу сдать. Это было классно, мне очень понравилась ваша поддержка. Реально очень приятно, что совершенно посторонние люди верили в меня. Sorry, но я не оправдала этих надежд. Перед самой собой даже неудобно. Вот. Но я верю, что все, что происходит, все происходит к лучшему. Значит, мне действительно надо подучить некоторые темы, чтобы потом в своей жизни в дальнейшей, да, более уверенно себя чувствовать на работе. Возможно, именно в этом кроется весь секрет. Или не знаю. Но явно что-то лучшее ждет меня дальше, раз я сейчас вот претерпеваю такие трудности. Поэтому всем, кто тоже что-то у него не получилось, все мы люди, все мы ошибаемся. Просто, ну ладно, упали, отряхнулись, пошли дальше.
Всем спасибо за просмотр, спасибо за вашу поддержку, за то, что вы смотрите, поддерживаете нас и подписывайтесь, если вы еще не подписались. И до следующих видео. Всем пока! I never learned, just filled with it.